Энд Бакена. Ваша задача – начать движение одновременно с тобой и клинком Бакена. Ни в коем случае должно быть такого. Бакен пошел, стопа стоит. Либо стопа уже двигается, клинок уже стоит. Одновременно не проходит. Бакен на верхнем уровне делает барай, ставит блок. Разворот, атака вперед. Постарайтесь закончить атаку движения, одновременно заканчивать движение нога и одновременно заканчивать атаку бакен. Не так. Уже прошел бакен, потом ставит блок. И не так. Поставили блок, потом пошел бакен. Движение должно быть синхронизировано. Одновременно заканчивать движение нога и бакен. Взгляд при этом не вниз, не на кончик бакена. Ваша задача посмотреть назад. То, что делается сзади. Спина при этом ровная, плечи разведены. Не ссутуливаемся. Стоим ровно. Кайтен с бакеном.